Правительство России решило дополнительно выделить до конца 2022 года 410 миллиардов рублей на форсирование темпов дорожного строительства. Средства необходимы для возведения платной автомагистрали М-12 Москва-Екатеринбург, а также для обхода Твери в составе М-11. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Хуснуллин отметил, что из указанной суммы 260 миллиардов рублей предназначены для строительства платного участка протяженностью более 270 километров от Дюртюлей до Ачита. До конца 2022-го в строй с опережением на год введут первые 100 километров этого отрезка. Примечательно, что указанные 410 миллиардов рублей федеральное правительство выделит из Фонда национального благосостояния. ФЭН.